Всем привет, дорогие друзья! Сидим на локдауне. Как ваши дела, кстати? Пишите, как вы скучаете по льду? Я знаю, что вы все, конечно, очень скучаете, поэтому мы решили для вас подготовить небольшую тренировку на полу. Сегодня мы попробуем попрыгать туры в 1-1,5-2 оборота на полу. Пока у нас нет льда, мы будем тренироваться вне льда. Не будем унывать. Сейчас мы с вами немножко разомнемся перед тем, как прыгать. Вот мы уже размялись, побегали. И приступим. Выключай. Ну что, начнем с небольшой разминки. Мы уже разогрелись, но с вами начнем все заново. Давайте попрощаем стопами. Сначала в одну сторону немножко и в другую. Вообще, я хочу сказать, что все, конечно, эти упражнения, я имею в виду туры, прыжковые, не обязательно предварительно делать на полу. То есть вы спокойно можете начинать все это делать. Давайте поменяем другую сторону. Вы можете спокойно начинать это делать на льду. У нас такая просто предварительная, скажем так, тренировка, потому что льда сейчас нет. Когда лед появится, я обещаю вам, меняем ногу, обещаю вам, что мы все это сделаем на льду, и, естественно, я вам покажу нюансы, которые отличают половую тренировку от ледовой. Вот. Также на полу можно тренироваться, если вы просто боитесь делать первый раз на льду. Если есть такой страх, конечно, ничего плохого не будет от тренировок на полу. Но они, конечно, очень сильно отличаются в плане техники, поэтому считаю, что усугублять этим не стоит. Окей, мы немножко размялись. Давайте поделаем релеве на носочки и вниз. Раз, два, раз, два. Делайте акцент наверх. Взлетели и на мышцах вниз потихоньку. Взлетели, на мышцах вниз. Взлетели, на мышцах вниз. Взлетели, на мышцах вниз. Раз, два, раз, два, раз, два. Мы сейчас прогреемся только немножко. Не будем сильно прогреваться. Для этого, наверное, для голеностопа, наверное, нужно сделать отдельную тренировочку, просто для того, чтобы не получить травм. Но, опять же, если вы прыгаете одноборотные туры и делаете это несколько, два, может быть, раза в неделю, ничего не будет, даже если вы без разогрева все это сделаете, лучше прогреваться. Знаете, ахилл вы не порвете, если будете без разогрева прыгать на льду, на полу, неважно. Но вот болеть он может. Окей. Теперь давайте немножко попрыгаем. Первые прыжочки будут легенькие, вот такие. 30 секунд будет достаточно. Так попрыгать, просто чуть-чуть погреть ахилл. Возможно, это такие предупреждающие меры. Может быть, и не стоит так много греться, но давайте лучше больше, чем меньше. Отлично. А теперь прыгаем со всей силы и пытаемся зависнуть в воздухе. Это как раз тот прыжок, который вам надо будет сымитировать на льду. Зависаем и опускаемся. Со всей силы вытягиваем носочки и помогаем себе руками. Руки работают наверх. 20-30 раз. 6, 7, 8, 13, 19, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Теперь то же самое. На одной ноге и на другой. Сначала поделаем на правой, а потом на левой. Поехали. Раз, два, три. И на левой. Отлично. Ну все, мы немного размялись. Ну что, теперь мы готовы попрыгать, чуть-чуть отдышались. Начнем. Давайте с простых подпрыжек. Будем делать без оборотов, просто подпрыжка. Самое главное здесь, в половых прыжках, мы акцентируем внимание на работу, на работе рук. Когда мы делаем простые прыжочки наверх, без оборотов, посмотрите, как работают руки. Они будут точно так же работать и на льду. Ведем руки отсюда, вот насколько вы можете замахнуться. Очень важно сделать максимальную амплитуду работы рук и максимально широко ими махнуть. Начинаем махать отсюда и выкидываем наверх. Выкидываем через низ. То есть самое важное, что нам нужно сделать, это выкинуть руки наверх. Это первая наша
движение. Сейчас мы не уходим в крутку. Я повторяю, что первое наше упражнение будут прыжки без поворотов. Поэтому сейчас мы только выкидываем наверх и делаем максимально широко. Самая частая ошибка, которую я вижу, которая встречается, люди от того, что они боятся прыгать на льду, чаще всего выкидывают вот так под себя и еще сгибаются при этом. Это очень плохо. Поэтому я и говорю, иногда тренировки на полу предварительные хороши в том, что вы, скорее всего, не будете бояться прыгать на полу. Итак, еще раз, руки идут прямо и максимально далеко от себя, мы их вот здесь вот останавливаемся. Ну что, готовы? Давайте. Прыжок. Раз. И вытягиваем ноги максимально так, как мы делали в последнем разогревочном упражнении. Раз. Два. Три. Ну, с меня хватит. Вы поделаете больше, если вам нужно. Если вы это упражнение решите сделать на льду, то его можно сделать через фонарик, например. Но я советую делать сходы назад, потому что тогда вы будете приземляться на зубцы и выезжать назад. Если же вы будете делать наход вперед, то можно об эти зубцы зацепиться и пролететь. Здесь очень опасно. Поэтому для начинающих советую делать упражнение с фонарика на ход назад. Итак, как это будет выглядеть на льду? Вы делаете фонарик, собираете ноги. После того, как вы уже собрали ноги, руками работаете, как мы только что отработали, наверх, сели и опять фонарик. Это будет ледовое упражнение. Теперь давайте попробуем сделать прыжок в полоборота. Что здесь изменится? Здесь нам нужно будет также и закручиваться. Кроме выкидывания рук наверх, нам нужно будет их закрутить. Для этого мы делаем так называемую оттяжку. Помните золотое правило фигурного катания, о котором я все время говорю на наших ледовых тренировках? У нас всегда корпус опережает нижнюю часть тела. Всегда у нас есть скрутка на 90 градусов. Верхняя часть тела идет раньше, чем нижняя, на 90 градусов. То есть мы вот таким образом все делаем. И вращаемся в том числе, и прыгаем в том числе. Поэтому для того, чтобы начать крутиться, для того, чтобы задать этот импульс, нам нужно наоборот корпус раскрутить в другую сторону. Если вы правша, вы будете прыгать против часовой стрелки, как я. То есть вот так вот. Для этого корпус оттягиваем в обратную сторону, да, вот сюда, по часовой стрелке. Я делаю оттяжку, руку правую, которую я буду крутить, отвожу назад, левую вперед. Я раскручиваю корпус в обратную сторону. Итоговое у меня будет вот такое положение. Раскручиваю корпус в обратную сторону. Помните, руки идут по низу, это самое главное. Движение руками вот такое. И потом я руки собираю. На самом деле, вот этого движения на прыжок в полоборота будет достаточно. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть действие. Даже чуть-чуть перекрутилась. Сейчас стану боком. Оттягиваем по штанам. Обязательно руки по штанам. Выкидываем наверх и собираем. Я забыла, куда крутиться надо. Три четверти, да, сделала. Сейчас еще раз. Опа. Итак, самое главное, запомните, это работа рук. Вот, вот так. И потом уже на крутке собираем. То есть после того, как мы сделали вот это движение, правая рука начинает крутить. Правой рукой мы закручиваемся и делаем движение собирающее. Вот. На прыжках в полуоборот у нас очень много не будет работы правой руки, скажем так. Мы только себя выкинули и уже остановились. Ну что, в один оборот сделаем. То же самое, здесь все то же самое. Чуть перекрутила. Ну, почти, да? Чуть-чуть куда-то улетела. Чем прямее вы выкинете руки наверх, тем у вас ровнее будет корпус лететь.
Еще одно замечание, которое я хочу сделать, прежде чем мы начнем прыгать следующий тур в полтора оборота, это замечание по тому, как некоторые начинающие прыгают эти туры. Я знаю, что многие делают без выкидывания рук наверх, вот так вот, вот таким образом. Если вы уже подготовленный спортсмен, вы можете делать как угодно, хотя это плохо. Проблема в чем? Вот такое движение, оно зачастую ломает корпус. Происходит вот это вот. Когда происходит вот это в полете вы падаете, и причем вы приземляетесь совершенно непонятным образом. Вы никогда не можете предсказать, каким углом, под каким углом вы полетите, под каким углом вас нагнет. Вот, это вот очень страшная вещь, поэтому очень многие любители, кстати говоря, боятся прыгать. Они неосознанно ломают свой корпус и летят черт знает куда. Чтобы этого не происходило, я уже в 10-й раз повторяю, только сначала руки наверх, больше ничего. Вот эта гениальная вещь, которую начали делать в команде Тутберидзе, но, естественно, это не они придумали, я видела это еще и маленький Нейтан Чен так прыгал, группировка наверх, руки наверх. Да, потому что от этого тягивает корпус. Вот. Но Нейтан Чен почему-то отказался от этого. Они сейчас прыгают по-другому. А вот девчонки Тутберидзе, они начали прыгать с руками наверх. И это действительно очень грамотная вещь. Кстати, вот у Сацкова, Мария Сацкова, она еще более гениально сделала. Я это видела на Олимпийских играх 2018 года. Она прыгала с одной рукой наверх. Вот та, которая рука ведущая, она ее так закручивала. Все. Я не знаю, кто там такой гений так придумал, но это очень круто. Ладно, мы отвлеклись. Я просто хочу вас предостеречь, чтобы вы не сломали свой корпус. Ни в коем случае вот такой крутки не делайте, особенно группировки. Ну что, пробуем прыжки в полтора оборота. Итак, мне что нужно? Начинаю на камеру, останавливаюсь там. Чуть не докрутила. В общем, так вы можете тренироваться, смысл понятен. И накручивать свои обороты. Больше, больше, больше. Научитесь делать полтора, приземляясь точно в точку, делаете два и так далее. Что касается работы ног. Я видела, что некоторые тренируют туры на полу, делая группировку ног, имитируя то, что получается на льду. На самом деле, лично я в этом смысла не вижу. Поскольку на льду мы летим под углом. И на льду происходит естественное скрещение ног. Что происходит? Ну, я вам покажу на примере акселя. Мы выкидываем ногу наверх, и когда мы переходим на воздухе, на осевую ногу сюда, у нас вот происходит вот это движение. Да, мы переходим. И здесь естественным образом ноги закручиваются. И вот когда, вылетев наверх, вы переходите эту ногу, вот здесь вот вы закрутились, и тогда вы начинаете только крутку руками. Сначала идет скручивание бедрами. В прыжках на льду, в прыжках на полу такого не происходит. У нас нет вот этого момента перехода. Поэтому делать эту искусственную имитацию смысла вообще нет. Просто прыгайте на двух ногах, так как я только что вам показала. Опять же, приземление на одну ногу тоже не рекомендую. Лучше пробуйте приземление на одну ногу на льду. Давайте я вам сейчас пообещаю, что я сниму урок прыжков таких на льду, потому что если не пообещаю, я точно не сниму. А вот если я пообещаю, и я вам обещаю, мы с Женькой, который сейчас стоит за камерой и крутит башкой, обязательно, он у нас разминается, он тоже спортсмен, обязательно снимем для вас эту тренировку. Я покажу, в чем разница и почему не стоит приземляться на одну ногу, когда вы прыгаете на полу. Поехали! Сынок, руку заднюю повыше. Руку заднюю чуть повыше. Вот, да, присаживайся. Вот. А теперь не забывай, по штанам идут руки. Нет, смотришь на камеру. Туда. Ага, поехали. Жень, ну ты руки забыл поднять. Смотри, руки проходят. И ты, когда руки опускаешь, сам все досаживаешься. Досаживайся, досаживайся. Вот когда они у тебя перекрещиваются, ты начинаешь вылетать. Понял? Шух! Давай. Ну, я не видела. Давай, покажи всем.
Не свались только туда. Руку повыше заднюю. Вот. Присаживайся. И руки веди вниз. Веди руки вниз, когда присаживайся. Вот, молодец. Ну класс, Жень, ты же полоборота делаешь. Ты же просто крутотень. Давай сюда. Я боюсь, ты упадешь туда. Ну давай все покажи. Ну, молодец. Круто, 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 давай. Заднюю руку повыше. Чем выше задняя рука, тем у тебя лучше замах будет. Давай, присаживайся. Ты сейчас не поднял руки, ты их только опустил, и они у тебя никуда не пошли. Смотри, ты когда ты и ведешь руки вниз, у тебя также досаживается корпус. Смотри, смотри на мои ножки. Раз, и когда они у меня перекрещиваются, тогда я начинаю вылетать. У меня руки синхронно действуют с ногами. Я присаживаюсь, а потом щух, и собрала. То есть вот когда ты выкинул руки, у тебя вот эта рука начинает работать на крутку. Давай. Встань посерединке. Давай, только не свались, Жень, ты сейчас свалишься. Пожалуйста, поближе подойди. Сейчас как покатишься в речку. Да. Давай. Ну, почти. Молодец. Ну и на этом мы с вами прощаемся. Большое спасибо, что пришли на нашу тренировку. Мы очень рады. Мы сейчас с Женькой немножко побегаем. Я вообще, если честно, не бегу. Не люблю бегать. Но единственное, что меня радует после этих пробежек, это чувство, что ты что-то преодолел, что-то сделал. И от этого классно становится. А вот меня, честно говоря, я могу сколько угодно дрилить какие-то упражнения, но вот именно бег меня не радует. Я не люблю это дело. Но время от времени себя заставляю. Бегаю я, если кому интересно, всегда с одной и той же средней скоростью. Вон гаджеты показывают, что это 12 км в час. Максимальную скорость он показывает 14 км в час. И расстояние я пробегаю всегда одно и то же, 6 км. Вот, так что вот у меня получается 6 километров, 12 километров в час, получается, я пробегаю за полчаса. Размяться мы уже размялись, если хотите, присоединяйтесь к нашей пробежке. Будем рады видеть вас на следующих тренировках. Не скучайте на локдауне и передавайте от нас привет своим соседям снизу, если будете делать эти упражнения. Пока!